конкурс на $5. Подробности в конце видео. Всем привет, ты на канале Исакин Ревью. В этом видео я покажу подборку 10 Bluetooth колонок с AliExpress. Видео не является обзором этих товаров. Оно создано в целях показать интересные вещи на основе отзывов на AliExpress. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Рекомендую посмотреть предыдущие подборки не менее крутых колонок, кликнув на вот этот вот значок в конце видео. Если вам нравятся такие форматы видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, тогда подборки будут выходить чаще. В этой колонке сочетаются две составляющие успеха компании – минимализм в дизайне и высокое качество звука. Колонка создавалась под воспроизведение звука формата High Resolution Audio. В аудиосистеме встроен усилитель, направленный на усиление погрешности звучания. Колонка является портативной, но она отлично впишется в современный интерьер, как полноценное домашнее устройство. Колонки имеют небольшой размер, весят мало и легко помещаются в карман или сумку. Используются динамики большого диаметра и глубины. Они позволяют максимально раскрыть потенциал низких и средних частот, что физически невозможно реализовать даже на самом дорогом смартфоне или планшете. Отличное качество звука, хорошая сборка и емкая батарея 1800 мАч, почти столько же, как и у большинства современных смартфонов, и полный набор всех необходимых функций. А учитывая, что агрегат гораздо внушительнее по размерам, то и звук он выдает куда мощнее. Отдельной строкой можно выделить стильный дизайн устройства и то, что удивительно, коробки, в которой он поставляется. Как правило, китайцы редко заморачиваются в этом вопросе, но если покупать в качестве подарка, то никуда дополнительно запаковывать гаджет не придется. По умолчанию он уже выглядит более чем презентабельно. Среди профессиональных покупателей колонки от Transmart давно получили репутацию убийц JBL. Причина банальна – ценники на устройства данного бренда гораздо ниже, чем у упомянутых конкурентов. А вот качество, если и хуже, то совсем незначительно. JBL звучит, конечно, поприятней, но и стоит почти в 4 раза дороже. И если вы не обладаете идеальным музыкальным слухом, то смысла переплачивать просто нет. Тем более, что акустика от Transmart может работать как стереопара при одновременном подключении двух колонок по Bluetooth к смартфону, и аналогов получившего бюджетного монстра вы просто не найдете. Оптимальный вариант для различных прогулок и походов на природу. Как и любая другая акустика из моей подборки, умеет синхронизироваться с телефоном через Bluetooth, чтобы работать в качестве гарнитуры. Но в отличие от остальных, данная колонка почти не зависит от посторонних устройств. Автономная работа 3-4 часа. Громкость повлияет на время воспроизведения. Встроенный FM-приемник, 2 динамика по 5 Вт. Крутая подсветка, как у более дорогих колонок. Куда еще сгодится предложенный функционал, кроме как покорения окрестной природы? Из обнаруженных недостатков можно выделить немного странную эргономику и не очень понятную степень влагозащиты. Интересно, что производитель позиционирует как идеальную колонку для туризма и прогулок на свежем воздухе. В реальности с ее мощью в 3 Вт такие походы нельзя назвать хорошей идеей. Выбираться, конечно, можно, но громкость на открытом воздухе явно маловато. А вот для применения дома как раз подойдет. Гаджет совсем не выглядит бюджетным и лишен всех недостатков устройства более дорогих. Аккумулятора хватит надолго. Присутствует разъем под microSD-карту, то есть работает и без подключения к чему-то еще. Но что особенно важно, порадует покупателей превосходным качеством звучания с отличными басами, без каких-либо хрипов и искажений. Акустика ориентирована для тех, кто ценит в аудиосистемах в первую очередь именно звук. В колонке нет радиоприемника или NFC, она не может заряжать телефоны или работать в пассивном режиме. Зато здесь поместились 2 динамика по 5 Вт. Большие излучатели сказались на габаритах устройства. Возможность использования в качестве гарнитуры. Эта колонка оснащена микрофоном с кнопкой принятия вызова. Поэтому во время звонка их можно не отключать, а просто принимать вызов через громкую связь. Опытным пользователям будет достаточно одного взгляда для того, чтобы определить источник вдохновения производителей данной колонки. Скажу больше, по сути рассматриваем девайс как обычный плагиат другого устройства известной марки. Получилось, прямо скажем, на любителя, и по качеству звука ничего выдающегося здесь ждать не стоит. Но это вовсе не означает, что все плохо, просто не рассчитывайте на какие-либо откровения. С другой стороны, именно с точки зрения автономности акустика показала себя хорошо. Поэтому, если этот фактор для вас действительно важен, и вы готовы закрыть глаза на остальное, то ее вполне можно порекомендовать к покупке.
Один из бюджетных динамиков из всех тех, кто позиционируют как влагостойкие. За чуть больше, чем 700 рублей, покупателю предлагается компактный динамик, своим внешним видом сильно напоминающий пожарный извещатель. В базовый функционал входит проигрывание музыки со смартфона, планшета или ноутбука, посредством подключения через Bluetooth или функционирования в качестве гарнитуры. Внутренней памяти нет, зато есть слот под флешку, поэтому совмещать колонку с чем-нибудь не придется. Заявленный стандарт влагозащиты IPX4 означает, что устройство не боится брызг и капель, но полное погружение в воду не рекомендуется. Из менее приятного, конечная емкость батареи не впечатляет, и время автономной работы варьируется от 40 минут до 2,5 часов. Мифа – известный производитель портативных колонок, в линейке которой представлены девайсы самых разных характеристик и направлений. Среди акустических систем с большей мощностью стоит выделить модель А20. Ее с лихвой хватает для обеспечения качественного звука на всех частотах при очень приличной громкости. Кроме того, гаджет подкупает и внешним видом. Цельнометаллический алюминиевый корпус смотрится стильно и дорого, и к тому же поставляется в яркой презентабельной коробке, а значит, что отлично подойдет, например, для подарка. Музыка в душе или на пляже – это, конечно, хорошо, но на самом деле огромное число людей ищет водонепроницаемые колонки совсем для иных целей. У них весьма среднее качество звучания, не очень большой объем батареи, но на это все в принципе можно закрыть глаза. Для обустройства праздника имеется главное достаточно уровень мощности и просто шикарная светомузыка. 6 режимов яркой и разнообразной подсветки. В Levimer можно установить флешку с уже закачанной музыкой и полностью забыть о необходимости подключать и настраивать синхронизацию со смартфонов. Те, кто уже находится в предвкушении шумного веселья, предупреждаю, что защита от воды здесь на уровне брызг и капель, поэтому окунуть динамик в воду – не лучшая идея. Перейдем к конкурсу. Все, что вам нужно сделать, это быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео и оставить любой комментарий с вашей ссылкой на социальную сеть. Как только ролик наберет 1000 просмотров, я разыграю $5 и результаты конкурса выложу в группу ВКонтакте. Условия в конкурсе прописаны в описании. Всем пока!